Сотрудники прокуратуры Ленинского района обратились в суд с исковым заявлением к управлению МВД. Надзорный орган усмотрел нарушение закона в деятельности силовиков. В ходе проверки были выявлены несоответствия служебных помещений установленным нормам. Камеры Ленинского МВД, где содержатся задержанные за административное правонарушение, оборудованы надлежащим образом. Суд встал на сторону прокуратуры и постановил эти нарушения устранить. В частности, в ряде помещений отсутствует вентиляция, приточно-вытяжная вентиляция, оконные проемы. В ряде помещений было установлено, что имеются трубы, которые выступают из стен данного служебного помещения, и данный факт создает возможность членовредительских намерений у лиц, которые фактически попали в данные условия.